Дело было так. Иду, значит, по улице. Понимаю, что натворяется ведь не просто эпидемия, а какая-то, блин, пандемия. А название ей коронавирус. Понимаю, когда иду, что далеко не все гулящие здоровые люди. И некоторые даже не знают из больных о том, что они больны. Но самое важное то, что также менты за всеми следят. Также боялся на них нарваться, но больше всего боялся заразиться. Но это еще самое страшное же еще ждало меня впереди. Потому что когда я проходил, я услышал, как кто-то чихает. И лишь подойдя поближе к этому человеку, я полностью разглядел его во всей красе. Он действительно был болен, но по симптомам и внешнему виду я понял, что он был болен коронавирусом. Не очень хорошие дела сейчас будут, думал я про себя. Но лишь только я подумал об этом, как он чихнул прямо в мою сторону. Вот здесь я чуть не опешил, если честно. Еле уклонился, вызвал врачей, приезд на дом на следующий день. И, о счастье, тест на коронавирус, проведенный ими, показал, что я полностью здоров. А значит, я хорошо уклонился.